Так, друзі, дивіться, я завжди мріяв сказати «Fashion is my profession». І реально я такого не можу собі дозволити. А наш фешн-експерт Роман Тимофєєв, привіт, може, привіт. Доброго раночку, Доброго Роман. Ранку. Слухай, от прийшов до нас, зайшов, одразу видно, що такий, ну, стиляга просто. Стиляга, прийшов людина, так, все по фешену, на якого потрібно рівнятися просто. І одразу питання, так, от Макс, постав коронне. Що? Вас пінг-понг. Так. Нас, знаєш, наші гості називають уже подружньою парою, тому що у нас так перепалочка така з гостями йде. Як бути модним? От мене завжди хвилювало це питання. Що нині в тренді? Так, що там по трендам? А взагалі по весняним, так? Ну, так, вопрос дуже широкий. Як бути модним, так. Да. Ну, це суперглобальна тема. Це тренувати насмотреність, читати журнали, підписуватися на правильні інстаграм-аккаунти, следить за тем, что показывают на подиумах, то, как одеваются звезды, и потом это как-то внутри себя все переваривать, компилировать и делать какие-то выводы. Ну, или как минимум просто аналитически подходить к тому, что да. ты потребляешь. То есть, если ты смотришь на красную ковровую дорожку или просто на какие-то фотографии звезд на улице, думаешь, блин, она классно одета. Не просто такая, ой, классно одета, а что мне нравится? У нее вот многослойность, она накинула свитер, она завязала его как шарф. Так, почему это мне нравится? Зірку, тобі подобається, да. як вона одягнена, але що саме зачепило, ти не можеш проаналізувати. Ну, от я предлагаю тогда смотреть на фотографию и четко задать себе вопрос, что мне нравится. Да. И вот разобрать, так, вот у нее все цвета приблизительно в одной тональности, у нее не джинсы, а там широкие брюки, и свитер она завязала как шарф, а не надела его на себя. И вот потом эти приемы интегрировать в свою жизнь. Тобто, виходить, просто подивився фотку, деталізував для себе, и потом уже компилюєш це. Ну, это как минимум первые шаги, которые нужно делать, если уже стоит такой вопрос, хоча что мне сделать, що чтобы быть лич. Более модным. Що да. буде личити. Да. От взагалі, дуже цікаво, як після локдауну, от зараз мода, чи будуть якісь кардинальні зміни? Так, от ми з тобою говорили про те, що люди звикли до піжами стилю, так, там, ну, взагалі, вже розлінувалося, можливо, вдягатися яскраво. Ну, навіщо? І так маска ця, розумієш, губи не накрасиш, не нафарбуєш. От, чи буде кардинальна зміна? У мене прекрасні новини для себе і для людей, які працюють в фешн-індустрії. Дійсно, коли починалась пандемія, і перші там дві тижні, місяць, когда все закрылись дома и говорили, все, это убило моду, все поняли, что нам хорошо в тренингах и кроссовках, все поймут, что потреблять так много нам не надо и бла-бла-бла-бла-бла. А оказалось, все совершенно наоборот, и я с моими там друзьями-дизайнерами украинскими, с редакторами Глянца, мы это всю тему обсуждали, и зная исторические примеры, как происходило на самом деле после сложных периодов, после Великой депрессии в Америке, после Первой мировой войны, после Второй мировой войны, Кристиан Диор создал свой New Look, с пышными юбками, с огромным количеством тканей, которые тратили на наряды, после Второй мировой войны. Так. Люди захотели очень красиво одеваться после огромного потрясения, которое было в Европе. И после пандемии, ну, она как бы еще официально не закончилась, так. не скоро закончится, но уже сейчас есть ощущение, и по продажам, которые сейчас начинают происходить, видно, что люди хотят наряжаться. Начинают да. продавать пайетки, жемчуга, яркие цвета. Много лет главным таким трендом в моде считался минимализм. Так. То есть лаконичный крой, сдержанные цвета, базовый гардероб и все прочее. Сейчас, наоборот, огромное количество цвета, огромное количество декора, французский модный дом Schiaparelli, который очень футуристичный, со сложными драпировками, с тканями, с вышивкой, с странными формами. Сейчас самый модный бренд в мире, и все это очень востребовано, вся эта чрезмерная роскошь. Но по факту, вот, плюс сейчас возвращается мода на начало нулевых, которая, как мы помним, была эпоха... Штаны клёш? Не штаны клёш, а эпоха гламура с джинсами с низкой посадкой, с топами, из пайеток, с тобто огромными це, сумками Біркін і со всім цим. Що ми звикли вважати там, що це не смак, да, так? Ну, да, останні буде варіанти, зараз там смак. Бутон, це знову повернеться в моду, так? Ну, безвкусице ми це назвали, тому що пройшло час, ми оглянулись назад і подумали, що це вже вийшло з моди, тому що прийшла нова хвиля.
Сейчас опять это все начинает возвращаться, и еще многие говорят: о боже, я не надену это, потому что мы помним, как это было плохо. Да. Но, естественно, дизайнеры, профессиональные стилисты находят, как вот эти все элементы того стиля переосмыслить, трансформировать, добавить. То есть, да, может быть, это уже не будут рваные голубые джинсы с супер низкой посадкой. Это будут какие-то шелковые черные брюки, но с низкой посадкой. То есть, вот какие-то элементы будут возвращаться. Будут. Да. Слухай, Ром, а на твою думку, от давай поговоримо так: і чоловічий гардероб, і жіночий. От для чоловіка зараз в моменті, що потрібно must have? От що повинно бути прям? Супер сложный вопрос, потому что, понимаете, есть мужчина, который работает сантехником в Полтаве, есть мужчина, который сидит в эфире Киевского телеканала. Для міського чоловіка, так, от у місті весняний гардероб, базовый, який у чоловіка має бути? Ну, для меня всегда первым ответом на такой вопрос будет костюм. Он может быть разным, не обязательно прямо сразу представлять какой-то смокинг или еще что-то такое. Это может быть casual костюм, вот на тебе плюс-минус. Как раз эта история, пиджак и брюки, они не комплект, но они вместе смотрятся как деловой образ, плюс ты можешь надевать футболку, менять футболки каждый день на разные цвета, и будет казаться, что ты уже плюс-минус. Я так и люблю, реально. Ну, пиджак стоит дороже, а футболки можно 7 штучек купить, и уже костюм неделька. Дивись, я чого просто запитав, у мене реально проблема, і мені про це кажуть. Дивись, у мене є певні кольори, які я люблю, і тільки ці речі я й ношу. Білий, чорний, два спортивні костюми, з яких я просто зиму не вилажу. Він в ефір теж у спортивному костюмі приходить? Ні, він хоче, але редактори не дозволяють. Так, хоче, але так не дозволяють. Я просто думаю, щоб змінити трішки стиль, і я от зараз намагаюся зрозуміти, як правильно його змінити. Ну, як для чоловіка, який в кадрі, я би советував обратити увагу на аксесуари і деталі. Тобто, наприклад, в кармашок додати платочок, можливо, надіти якийсь браслет на руку. Плюс... Так у мене є, але він такий не чіпав. Ну, да, він чорний, його не видно. Он сливается со всем прочим. Плюс пробовать рубашки с принтом, то есть полоска, клетка. Ну, клетка, она более кэжуальная, но если найти правильные клетки, то... Опять же, сказал полоска, я знаю, что стилисты на телеканалах не любят полоску. Ну, але мені іноді дозволяють втягати. Ну, если широкая такая полоска, которая не будет рябить. Так. А по взуттю от що? Я завжди в кедах, мені так зручно. А чи можна взагалі поєднувати отак, нібито кежуал костюм? Так, зараз я бачу, багато чоловіків так роблять. І, наприклад, от такі яскраві шкарпетки з принтом. Це моє яркі носки я обожаю. А с принтом нет. Мне кажется, носки с принтом остались уже в 2010-х, когда бы это было очень модно, и там были совы, смешные цитаты, бананы, авокадо и все прочее. Это может остаться для школьников как развлечение, для более взрослых мужчин. Мне кажется, это уже как тренд прошло. А вот просто яркие носки, монохромные, там, чисто красные, чисто желтые, это классный акцент для мужского лука, и когда ты просто весь в сером, цветные носки – это такая вот маленькая деталь, и плюс мужчина не чувствует, что он вырядился. Ну, то есть это просто носки, да, ты там, не надел розовый пиджак и не сидишь. И нібито не скучно, не сумно, розбавляє образ, якусь таку інфантильність навіть додає. Одразу зрозуміло, що у людини є там відчуття гумору якогось, так? Да, ну, или, по крайней мере, он чуть-чуть больше задумывается над тем, как он выглядит. А на самом деле, вот я обожаю фильм «Дьявол носит Прада», там был большой монолог о том, что те люди, которые думают, что они отстранены от моды, их это не касается, они об этом не задумываются, все равно часть этой рабочей схемы, потому что в любом случае вещи, которые они выбирают, они были созданы кем-то, был затрачен какой-то творческий потенциал. И когда мы все одеваемся, мы что-то транслируем. Когда люди надевают там просто непонятные вещи, они тоже транслируют миру, что мы как бы, мы не об этом. Поэтому, когда мы куда-то собираемся, что-то надеваем, какой-то посыл мы вкладываем там. Короткое платье – это одна история. Катя не вдягає короткі платья. Ну, у мене такі платья, сукня трансформер. Вона може бути і коротка, а якщо от з вирізом, наприклад. Чи можна так поєднувати? От жінка хоче бути ніби і в консервативному стилі такому, не дуже там зваблювати, зайти і звабити всіх чоловіків, так, у залі. Але з іншого боку, хоче показати, що, ну, якусь таку відвертість жіночність, так? Виріз буде у моді? Або це класика взагалі такий. Сейчас главный тренд в женской моде – это костюмы.
костюмы, брючные, да? Да, брючные костюмы, но, опять же, мы не представляем себе Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа», да. А мы себе представляем брючные костюмы красивых, насыщенных цветов, да. Фуксия, красный, небесно-голубой, желтый, класс. Бежевый. Они могут быть надеты на голое тело. Это может быть хорошо запахнутый костюм, но мы все равно начинаем додумывать, что там ничего нет. Уже какая-то вот эта нотка да, женственности и сексуальности появляется. Або спина відкрита. Ніби такий костюм, все таке з іголочки. Ну, це вже такий вечірній варіант. Так, а спина відкрита позаду. Так, да, да, така да. Загадковість є. Вот. І плюс зараз все-таки не в моді все приталене. И, не в моде. Да, не в моде, несмотря на то, что как бы тренд на сексуальность тоже возвращается. Опять же, из-за того, что там движение MeToo, харассмент, все прочее, вроде сделали опять секс очень табуированной темой в обществе, и там вот любые моменты отношения, там мужчина посмотрел, женщина подморгнула, уже это начинает вызывать какой-то резонанс в обществе. И на этом фоне, естественно, маятник качнулся в одну сторону, и сейчас мы начинаем двигаться в другую, когда эта тема будет снова как бы выбарывать свои права на то, что она не табуированная. Но пока еще облегающее мы не носим. Плюс это объясняется тем, что там еще до пандемии и во время пандемии много шопинга было онлайн. Так. И люди не могут угадать идеально по фигуре S или XS, S или M, и поэтому вот этот легкий оверсайз, когда пиджак там слегка так висит, или футболка прямо огромная, еще и этим объясняется в том числе. А я обожнюю оверсайз. Так. От, не тобто знаю, це я не, те, не та історія, що ти там за старшим братом доношуєш. Ні, так, як ні. У нас там, ну, у дітей часто складався такий комплекс. Так, ніби якщо у тебе щось довге, да, або да, таке да, завелике, значить ти за кимось доношуєш. Ні, це модно, друзі, розумієте? Це оверсайз. Ну, плюс зараз дизайнери, вони роблять моделі одежди такі, коли спущена лінія плеча, да. Апріорі в самой модели заложено, ты не, ну, не сможешь надеть, а у тебя вот плечико не попало. Да. Они всегда линия плеча да. ниже, платья тоже там, они какой-то валан на рукаве, и уже можно да. поиграть с размером и так далее. Но с мужскими костюмами, конечно, сложнее. Так, мужской костюм все-таки должен быть плечи, длина брюк. Знаете, вот я люблю эту, ну, проходит уже эта эпоха, я называл эту модель «маленький депутат». Вот эти вот украинские депутаты, у которых вот так пальчик большой торчит из-под костюмчика. И брючки, которые вот они вот складываются четырьмя складками на туфли. Это когда туфли. Костюм? Это когда они не по размеру костюм, и это абсолютно непонятная история, потому что мы понимаем, что у политиков денег много, и если ты даже купил супер-классный костюм от очень именитого бренда, можно пойти в ателье на районе, и тебе, ну, посадят, укоротят просто рукав, брючины, и все будет прекрасно. Слушай, ты так сказал, посадять, ты так не кажешь, что его двоя. Это больное слово, я понял. А насколько я по тебе разумею, что брюки укорочені досі залишаються у моді, так? Ну, опять же, мне кажется, это все-таки разная возрастная категория, или, по крайней мере, статус, как минимум, потому что там представить, может быть, там, главу Нацбанка или какую-то там еще очень серьезную должность в коротких брюках, наверное, наше общество это не поймет. Хотя, с другой стороны, есть премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который обожает яркие носки, в том числе с принтами, и он, как была премьер-министр Великобритании, которая использовала брошки как послания разные политические. Вот Джастин Трюдо использует принты на носках как политические послания, там встречается с Илоном Маском, надевает носки с ракетами и так далее. Класс. И его короткие брюки — это как раз способ показать, что он там придумал с этими носками, и люди уже ждут, что же он надел и что он хочет нам сказать. Оце мода для чоловіків, коли нібито костюм і на голу ногу без носків мокасини. Він залишається? Ні, у мене є. На босу ногу. У мене є. Що є, що нет, якщо ну, а взагалі, якби не було взагалі шкарпеток. Ну, это раньше был супер пик популярности. Да. Вообще, зараз він вже відходить. Он отходит, ну, потому что сейчас
снова считается человек модный, когда на нем много одежды. Да. То есть если был какой-то момент, когда человек модный, когда на нем мало одежды, то сейчас мы возвращаемся к тому, что побольше одежды. Знову да. дивлюся на тебе і дивлюся, що під... Но я готовился. Піджак чи жакет у тебе? Піджак. Жакет – это женский приталенный. Так, під піджаком у тебе ще сорочка котонова, так, під нею футболочка. Да. Тобто три... Да. Многослойность тоже остается, и плюс это интересная игра с формами. И роздивлятися хочется. Да, интересно рассматривать. Да. Для некоторых людей это правильное решение. То есть, понятно, если ты не хочешь, чтобы на тебя обратили внимание. Або голый, або просто... Або не я. Нет, ну голый как раз-таки ты обратишь всеобщее внимание. А просто надеть там, что серо-черненькое-синенькое, тут, значит, водолазочку, и мы спрятались, да. Но если, например, вы идете на какой-нибудь вечер, где будут потенциально какие-то бизнес-партнеры, вы хотите, чтобы на вас обратили внимание и с вами заговорили, да, вот эта многослойность, аксессуары, детали — это полезные вещи. У меня есть несколько брошек от разных украинских дизайнеров. И если я иду на какое-то мероприятие, где я не знаю большую часть гостей, я надеваю эту брошку, мы стоим, пьем шампанское, и всегда... Ой, какая у вас интересная брошка. И мы уже завязали разговор, да? Я начинаю переключаться, что это украинский дизайнер, рассказываю, какие они молодцы, у нас уже завязывается какая-то беседа, и мы уже идем дальше, просто потому что мы вступили в диалог как бы на общую, скажем так, тему. Но это вот брошка, я ее специально... Я знаю, что класс. Если я иду на мероприятие, надеваю брошь, со мною почнуть про неї говорити, і це вже буде бесіда. Слухай, оце хіт який. Оце робоча схема. Треба придумати теж. Однозначно робоча схема. Послухайте, найвідоміші люди, із них же часто роблять меми. Так. Да? Вот, там, буквально використовують 2-3 елемента, так. І ми угадуємо, що це за персонаж. Mm-hmm. Вот, знаете, були ті жовті міньйони, и да. из них да, делали так. разных известных людей. Там делали чуб Элвиса Пресли, и мы сразу угадывали, что это Элвис Пресли. Надевали да. митенки, черные очки, Карл Лагерфельд. Там Боб, такой Анна Винтер, главный редактор американского Vogue. У самых успешных медиаперсон есть свой узнаваемый стиль, который считывается по одному элементу. Катя Осадча и ее шляпки – это вообще не случайная история. Это очень блеск. Продуманный ход, который ее, ну, как бы выделяет да. всегда. Угу. Вот всегда. Ну, понятное дело, там, что есть какие-то неприятные примеры из украинского шоу-бизнеса, там, Поплавский с его странным... этно-дискобол, вот это все переплавилось в одну историю. Но он тоже персонаж, он тоже узнаваемый. Иногда, когда мы смотрим на людей, думаем, что они плохо одеты, они в реальной жизни могут быть ну, потребителями самых модных люксовых брендов да. и вообще ходить там просто во всем черном. Но, выходя в публичное пространство, они надевают на себя вот какую-то маску да. конкретных образов, которые для него были придуманы там, много лет назад, и которые на него работают, и так далее. Ну, и мне иногда люди страдают от того, что вот они уже застряли в этой истории, поэтому там у многих звезд есть перезапуск, да, они там раз и поменяли стрижку, да. поменяли стиль. Например, Тина Кароль, да, у нее так? там каждые 3 года Тина Кароль, Чикс, мы обновились, да, и все. Теперь мы уже там не такие, а такие, все поменялось, и она, ну, с другой стороны, она все равно как бы плюс-минус считывается. Но опять же, Тина Кароль, красные губы. Всегда ну, есть этот момент, который тебя будет выделять. Асоціація. У мене одразу виникає асоціація з косою, яка була, якою не стало. Кстати, очень интересная история. У нас есть еще время, я могу так, рассказать. Так. Юлия Тимошенко и коса. Я как редактор Эль, бывший, знаю эту историю, что Юлия Владимировна была первой женщиной-украинкой, которая появилась на обложке глянцевого журнала «Эль». «Эль» — это международный глянец, поэтому появление украинки на обложке международного глянца — это была сенсация. Она на тот момент была первым и остается единственным премьер-министром женщиной в Украине. Ее тогда знали во всем мире. Она да. ездила там на западные какие-то встречи, ассамблеи ООН да. и все прочее. И после вот этих ее появлений там на политической арене мировые дизайнеры в своих коллекциях, ну, точнее во время показов, начали использовать косы.
Клас. Показ Валентина, показ Шанель, але разные съемки. Я дійсно пам'ятаю цих моделей, от, да, з косами, і це було все не случайно. Но опять же, не то, чтобы дизайнеры западные признавались в любви украинской даме из политики, но просто они увидели этот образ, да. И им показалось, что это что-то новое, ну и как минимум хорошо забытое, старое и интересное. И это можно использовать. Точно так же, как после 2014 года в коллекциях огромного количества брендов появились желто-голубые сочетания. Правда. Не, так, не то, чтобы, опять же, они поддерживали там движение Євромайдана и очень Але переживали... Але и наши украинские вышиванки у багатьох світових. Да. Просто в культурном контексте начали появляться украинские флаги. То есть идет там, условно говоря, Карл Лагерфельд в Париже за чашечкой кофе, а там стоит пресса, и там Нью-Йорк Таймс, обложка, там горящий Майдан, желто-голубой. Он типа, ну, увидел просто, выпил чашку кофе, пришел, начал рисовать эскизы и думает... Какое новое сочетание? Вот что может быть? Ну, черно-белое уже было. Желтый с голубым. То есть не всегда мы понимаем, откуда к нам пришел этот вот референс. Но то, Але что, просто сподобалось. И... То, что была огромная волна на вот этот тренд желто-голубого сочетания, на фоне как бы того, что много говорили об Украине. Ну, мы теж, как бачите, у тренде. И взагалі говорили так. Сьогодні про тренды, бренды трошки не зачепили, але ви вже зрозуміли. Фешн – це наша професія тепер. Так, фешн. Розповідав нам про це Роман Тимофеєв, фешн експерт. Ми тобі дякуємо дуже, що сьогодні до нас долучився до нашої розмови. Трошечки просвітив про світ моди. Дякую. Обращайтесь. От зараз максимальна увага. Слідкуйте, будь ласка, за моєю рукою і також приєднайте її до екрану. А тепер введіть в пошуку на YouTube канал «Правда тут» і підписуйтесь. А тепер візьміть цю руку, підведіть її до дзвіночка у кутку нашого YouTube каналу, натисніть на цей дзвіночок, і ми будемо з вами завжди, коли забажаєте.